компания «Рыбак Камчатки» известна во многих городах России. В Сочи рыбную продукцию любят и ждут. И вот вновь любители камчатской рыбы и разнообразных деликатесов могут приобрести свежий товар. Транспортируется рыба исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. Ассортимент камчатской рыбы очень большой. Благородная рыба, кижу, чнерка, чавыча. Деликатесов много. Осьминожки есть. Получаем рыбы также с Якутии. Муксу, нельму. Байкал поставки делает. Поэтому ассортимент у нас расширяется, и мы стараемся всегда удивить жителей Сочи, когда приезжаем. Выловлена и произведена вся рыба в экологически чистых районах. Она очень полезная и вкусная на любой вкус. Одни предпочитают белую, другие – красную. Кого-то заинтересует исключительная икра. Она представлена как рыба в большом ассортименте. Ценность икры всем известна. Это большое количество белка, витамина, жиров. Для организма очень полезно. Поэтому приглашаем жителей в Сочи. Покупателей много, потому что компания «Рыбак Камчатки» в Сочи не первый раз и уже зарекомендовала себя на выставочных базарах достаточно эффективно. Рыбную продукцию можно купить на выставке в гранд-отеле «Жемчужина» до 28 марта включительно. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».